В Димитровград прибыла самая необычная из икон. Православные верующие встретили Табынскую икону Божией Матери. Ее можно назвать даже сверхчудотворной. Количество исцелений и чудотворений от нее исходило несчетное количество раз. В Димитровграде икону торжественно приняли в кафедральном Спасо-Преображенском соборе, после чего состоялся праздничный молебен и вечернее богослужение. Образ Божией Матери Табынской пробудет в нашем городе до 7 ноября и посетит все храмы.